заявление Всевышнему Единому Творцу о своей воле выбора. Изначальный, всеединый Первотворец. Здесь и сейчас я использую свободу, волю, выбора, данную мне Тобой от рождения. Я принимаю твердое решение быть вольным человеком и пребывать до и после воплощения на планете Земля в ключе высшей истины, счастья, радости, любви, гармонии внутреннего мира. Я окончательно расторгаю контракты, приносящие мне боль, тяжесть, слабость, забвение, страдания, потери и другие отрицательные для меня состояния на всех уровнях бытия. Знай, о единый Творец, высшие силы небесные, что любая попытка со стороны кого-либо или чего-либо на любом отрезке времени навязать мне какие бы то ни было формы поведения, отрицательно повлиять на мою физическую, энергетическую, биохимическую и какую-либо иную собственность, принудить или несправедливо обвинить меня в чем-либо, запутать меня каким-либо образом, перевести меня в любую темную реальность, нарушить исконную гармонию между моей волей, желанием, возможностями и ресурсами, отнять, испортить или украсть у меня что бы то ни было, воспрепятствовать проявлению моей божественной творческой сути, осквернить ее, проникнуть в мои подсознания или память, оказать на меня какое-либо отрицательное воздействие на видимом или невидимом плане, подвергнуть мою добрую волю или сознание манипулированию, наложить заклинание или навести на меня порчу, умышленно или неосознанно ввести меня в заблуждение, украсть мою удачу, захватить, очернить или подменить мою истинную реальность, связать меня какими-либо обязательствами, клятвами или печатями, подвергнуть меня каким бы то ни было испытанием или проверкам, вписать имя мое в книгу смерти, внедрить в мое биополе чужеродный имплант или интерферент, втягивать или удерживать меня в какой-либо системе против моей доброй и сознательной воли, навязать мне какие-либо контракты, договоры или соглашения, переложить на меня ответственность за действия и поступки других живорожденных или каких бы то ни было других существ и механизмов, передать мне их мысли, волю, качества, свойства, характер, их долги из прошлого, настоящего или будущего, помимо моей явной на это воли, без моего сознательного, письменного и добровольного на это согласия, пусть будет восприниматься тобой, о всеединый Первотворец, как прямое нарушение воли моего выбора, данный мне тобой, с мгновенным и безапелляционным воздаянием нарушителю вне зависимости от его роли в иерархии системы, по наивысшей мере наказания, утвержденной здесь и сейчас мной, выбираем меру наказания, тобой и высшими силами небесными. Изреченное истинно, да будет
так отныне и вечно. Печать. Запрет на энергетический вампиризм. Изначальный, единый первотворец. Я, как предвечная суть тебя, используя добрую волю своего выбора, данную тобой мне от рождения, запрещаю любым живорожденным и мертворожденным, разумным, неразумным, проявленным или скрытым, темным и каким-либо иным существам в этой и любой другой мерности, в этом и любом другом участке пространства-времени, использовать данную тобой мне от рождения жизненную силу без моего явного, полного, осознанного, письменного и заверенного одним тобой согласия. Если же, вопреки моему твердому и окончательному запрету, жизненная сила, данная тобой мне от начала, хотя бы даже на уровне мысли, слова, намерения или попытки, станет использоваться, используется или использовалась кем-либо, чем-либо, пусть действие это тотчас же будет пресечено и разрушено до основания вместе с самим нарушителем раз и навсегда. Да будет отныне и навсегда любая попытка нарушения моей свободы, воли, выбора, любое вторжение в мою действительность какой-либо формы тьмы или зла навечно останавливаться тобой, о всеединый первотворец, силами истинного света, с воздаянием, моментально проявленным в событийных рядах реальности каждого замыслившего или совершившего. Это и любое подобное действие против меня или моего совершенного состояния по мере справедливости, строго определенной моим исконным правом и волей. Я утверждаю пред тобой, о всеединый первотворец, требование очистить всю забранную у меня кем-либо, чем-либо и когда-либо жизненную силу, энергию от наведенной на нее скверны, довести ее до целостного совершенства и вернуть мне эту силу прямо здесь и сейчас. Называем дату, направив возвращенную мне силу и компенсацию от воздаяния на мое полное и окончательное воссоединение с тобой, изначально единый первоисточник всего, в этом воплощении, и наполняя мою жизнь, мой мир и мою реальность истинной любовью, наивысшей формой защиты от ложных сил, абсолютным здоровьем, безмерным изобилием благополучия, с участием, счастьем и радостью. Да будет так, с нынешнего момента. Называем время и сегодняшнюю дату по вашему летоисчислению. И навсегда
по твердой воле моей. Сказанное истинно, да будет так отныне и навсегда, да будет так. Печать. Возвращение утраченной силы духа. Здесь и сейчас я беру полную ответственность за себя и свою жизненную силу. Выражаю твердое, чистое намерение и прошу Божественный Источник, моих ангелов-хранителей и высших существ истинного света, вернуть мне всю силу духа и жизни, которая когда-либо и кем-либо была забрана у меня какими-либо существами и мной самим, самой, через мысли, намерения и ситуации обмана, манипулирования, устрашения, запутывания, подмены, замещения, болезни, зависти, несправедливости, уничижения, страха, потери, вреда, отчуждения, злорадства, апатии, обиды, неудач, вины, боли, навета, бездействия, замещения цели, бедности, стресса, забвения, вымогательства, горя, стыда, травли, проклятия, тоски и уныния, кражи, провокации, злословия, лицемерия, угрозы, оскорбления, злобы, болезни, соблазна, опасности, искажения истины, мести, сарказма, агрессии, захвата, депрессии, порчи, притеснения, шантажа, попыток порабощения, долга, насмешки, хитрости, принуждения, лести, гнева или насилия с момента моего воплощения и по сегодняшний день называем точную дату. Я прошу Божественный Источник очистить мою истинную реальность и данную мне Тобой жизненную силу от подмены и зла, тьмы и невежества, довести ее до совершенства и вернуть мне всю жизненную силу и мою целостную истинную реальность прямо здесь и сейчас, называем точную дату. Да будет сила, возвращенная, направлена на мое полное и окончательное воссоединение с Тобой, о чистый, единый первоисточник творения. В ключе мира, любви, процветания, здоровья и наивысшей радости. Да будет так, прямо здесь и сейчас, предо мной, Тобой и высшими силами небесными, написанное и произнесенное истинно, да будет так навсегда. Печать.